12 пострадали, один человек скончался. Сотрудники ГИБДД подвели статистику происшествий на дорогах области за прошедшие выходные. Всего зарегистрировано 50 дорожно-транспортных происшествий, одно из которых закончилось трагедией. 25 сентября в Терентьевском районе на 230-м километре автодороги подъезд к городу Ульяновск от федеральной автодороги М5 «Урал» около 10 часов утра, по предварительной информации, водитель, 29-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада Приора», при совершении маневра «Обгон» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ» 6-й модели под управлением водителя 71-летней женщины. В результате ДТП водитель «шестерки» скончалась в медицинском учреждении. Ее пассажир, 73-летний мужчина, госпитализирован. Водитель «Приора» был доставлен в медицинское учреждение. Всего за субботу и воскресенье выявлено 682 нарушения правил дорожного движения. 24 водителя задержаны за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.